Шалом, привет, бонжур! Этот выпуск будет посвящен более детальному обзору электробайка Ори. У нас уже выходил, но тот был теоретический выпуск. Теперь же мы с вами рассмотрим его более детально, а самое главное, сравним и погоняем с его основными конкурентами. Итак, поехали! Белый цвет в сочетании с этим дизайном выглядит отлично. В городе он всегда будет ярким и запоминающимся. Но стоит вам использовать его по прямому назначению, как первое погружение в грязь стирает все эти преимущества. Шасси рамы из высокопрочного кованого сплава алюминия N6061. Общий вес байка 75 кг, в упаковке 108 кг. Если вынуть батарею, то он будет весить как Сурон, но все равно больше карбонового самурая на 5-7 кг. Поднять Ори на бицепс уже проблематично. Производитель заявляет максимальную грузоподъемность 100 кг, но реальный запас прочности подвески и рамы выше, можно смело ориентироваться на 120-130 кг. Что касается мотора, это один из самых мощных моторов в данной весовой категории. Здесь установлен центральный синхронный мотор с постоянными магнитами PMSM. Номинальная мощность 4000 Вт, а пиковая почти 10 кВт. Максимальная скорость 105 км в час. Внушительный крутящий момент на заднем колесе до 420 Нм. Заводская звезда на 48 зубьев, на редукторе звезда 13 зубов. Если сравнивать с электропитбайками Surone X и Sting, то пиковые показатели по мощности и крутящему моменту почти в два раза выше. Контроллер 120 Ампер с интеграцией в единое приложение GoWow. Так как он полностью спрятан в раме, охлаждение происходит только через специальные воздухозаборники. В нем очень много мощи, и для того, чтобы понять, как он себя поведет на старте, к этому, конечно, нужно привыкать. Едем дальше. За внушительный запас хода в этом байке отвечает съемная батарея. Она установлена в стильном кейсе весом 17 кг. Фирменные высокотоковые ячейки LG размером 21700. Емкость 38,4 ампер-часа. Номинальное напряжение 74 вольта, максимальное 83 вольта. В комплекте умное мощное зарядное устройство на 12 ампер, которое заряжает батарею за 3,5 часа. Для сравнения, размер и вес кейса от Surone почти в два раза меньше. Ну а для того, чтобы увеличить запас хода на этом электробайке, понадобится многим пожертвовать. Во-первых, чтобы поместилось максимальное количество ячеек, нужно забыть про холдеры и съемный кейс. Во-вторых, Ori BMS с памятью и все соединение через коншины. Это значит, что нет смысла менять только батарею, а нужно делать полноценный проект. Замена дисплея, проводки, батареи, контроллера. Точно такие же проекты мы уже давно делаем с Surone на 15 и 20 кВт. Если отвернуть ручку газа до упора экспериментальным путем, проехали около 55 км. Если человек весом 80 кг, то в эко-режиме на этой батарее можно реально пройти до 100 км, а может и больше, по ровной дистанции. На самой батарее есть индикатор уровня заряда, также он, естественно, есть и на дисплее. И самое главное, BMS интегрировано в общее приложение от этого байка, где вы можете по каждой параллели посмотреть уровень заряда и разбалансировку, температуру, вольтаж, токи и так далее. Едем дальше. Что касается подвески, принцип такой же, как на Surone и Sting. Многорычажная прогрессия. Концептуальное отличие в расположении оси амортизатора и самих рычагов, которые сдвинуты ниже и спрятаны за маятником. Длина заднего амортизатора по осям 267 мм. Естественно, есть настройка компрессии, отскока, пружиной тоже можно поиграться. В целом, достаточно мягкая и комфортная подвеска. Не скажу, что здесь не хватает каких-то рычагов и так далее. То есть, в принципе, оно достаточно неплохо продумано. Единственное, что угол, конечно, здесь практически вертикальный. Лучше было бы его немного завалить. Но дизайн требует жертв.
Передняя вилка такая же, как и на всех аналогах, практически полноценная мотоциклетная, то есть можно сказать, что-то среднее между скутером и мотоциклом. Ход там также 20 сантиметров. Едем дальше. Тормозная система такая же, как на Surona Sting, четырехпоршневая гидравлика. Роторы 203 мм, толщина 2,3 мм. Система неплохо справляется с нагрузками Surona, но для Ori они слабоваты. Вес больше, скорость и динамика выше, как следствие другие нагрузки. Если ваш вес больше 90 кг, настоятельно рекомендуем поменять заводские тормоза на немецкий Magura, английский Hop или пойти по пути Самурая и установить полноценные мототормоза с 3-мм роторами. Включить и выключить Ori можно без ключа. Магнитный ключ нужен для того, чтобы привести его в движение. Основной блок управления слева. Здесь кнопка Mod отвечает за выбор одного из четырех типов дорожных покрытий. Далее кнопка Dynamic, которая отвечает за выбор одного из трех предустановленных динамических режимов. Четвертый режим – пользовательский. Вы его самостоятельно настраиваете через приложение. Далее переключатель ограничителя скорости. Первая скорость до 35 км в час, вторая до 65 и третья до 105 км в час. Кнопка классического мотоциклетного сигнала. На обратной стороне кнопка бустер. Принцип работы такой же, как у баллона с закисью азота, который используют в бензиновых гонках. После нажатия контроллер работает на пиковых токах 15 секунд. После этого функция будет недоступна 15 минут, пока контроллер остывает. На самом дисплее отображаются все режимы, спидометр, уровень заряда, одометр, текущий пробег и время. Далее справа блок управления светом и магнитный ключ. Три режима передней фары. Габарит, ближний и дальний свет. Сзади, в отличие от Surona, установлен габарит и стоп-сигнал. Магнитный ключ сделан в духе современных технологий, типа NFC-чипов и сканеров отпечатков пальцев. На подножке установлен датчик, поэтому индикатор Ready загорится только с убранной подножкой. Отдельно стоит обратить внимание на штатный GPS-трекер с усиленной антенной. Он также интегрирован в мобильное приложение. После первой активации в нем можно не только отследить местоположение, но и по запросу владельца дистанционно заблокировать байк. Напишите в комментариях, в какое место вы бы спрятали GPS-трекер на этом электробайке. Стремление компании GoWow к определенным стандартам американского и европейского рынков прослеживается во всем. Начиная с такой мелочи, как мобильное приложение, оно есть только для iPhone, по крайней мере на данный момент. Как много вы знаете китайских производителей, у которых Android не на первом месте. От стилистики байка до упаковки все выполнено на высоком уровне. Для всех наших покупателей в подарок официальный стильный мерч. Передняя покрышка такая же, как на Surona R19, это мотообода и мотопокрышки. Сзади у нас на Ori стоит 18 радиус, но более толстая покрышка. На Surona одинаковые спереди и сзади. В принципе, сам формат профиля одинаковый, это внедорожный, но для города, наверное, больше подойдет что-то универсальное. Или в качестве альтернативы можно адаптировать Supermoto Kit, это уже почти слик профиль. Переднее крыло выдержано в общей стилистике Ori. Для тех, кто будет им недоволен, предлагаем более агрессивные варианты от Denzel, Surona или кастом варианты на заказ. Сзади, очевидно, не хватает минимальной защиты амортизатора от грязи и мелкого гравия, поэтому также можем предложить готовые или кастом варианты. Итак, давайте его сравним с основными конкурентами. Это все питбайки, в первую очередь их предназначение для внедорожной езды. Ну а мы с вами посмотрим на их ускорение по ровной. Крейсерская скорость и на Самурае, и на Ори выше, чем на Surona. Поэтому мы с вами будем сравнивать именно ускорение на 100 метров. Там, где у него есть реальные шансы показать себя. Поставим сликовую резину на Surona и посмотрим, на что они будут способны.
Опытных руках Сурон показал хорошую динамику разгона на 100 метров. Разница в весе и покрышках играет значимую роль. Так как Ори и Самурай имеют более высокую крейсерскую скорость, то на большую дистанцию нет смысла делать заезды. А для того, чтобы Ори показал более качественный старт в заводской комплектации, необходимо сперва привыкнуть к его потенциалу, а не гонять сразу с коробки. В нем очень много мощности, и для того, чтобы ее обуздать, понадобится чуть больше времени, чем на Сурон. Надеюсь, данный выпуск был вам полезен. Напишите все, что вы думаете по поводу этого байка, заездов, с чем еще его можно сравнить. Пальцы вверх и до новых встреч. Пока!